Всем привет! Сегодня у нас небольшое видео, посвящено оно распродажам. В этом видео будет поднят вопрос по распродаже японской беспробеговой техники двух- и четырехтактных моделей. Также бы, наверное, хотелось подчеркнуть, что на нашем официальном сайте сейчас больше чем на 60% ассортимента до конца сентября идет распродажа. Поэтому переходите по ссылке под видео на наш официальный сайт, смотрите цены, они вас приятно удивят. Распродажа как и по двухколесной технике, так и по четырехколесной квадрике, я имею в виду. Большой ассортимент продукции различных моделей распродается сейчас в преддверии следующего сезона. Продаем технику 22 года и намерены покупать технику 23 года. Поэтому в связи с именно этой ситуацией непосредственно идет распродажа. Так скажем, те, кто хотят купить по ценам Черной пятницы, но еще зацепить немножко сезон, чтобы покататься еще в этом году, как раз есть возможность воспользоваться этой ситуацией. Всякие разные модельки в различном состоянии, с различными пробегами. Поэтому, кому интересно, особенно много четырехтактных моделей. Скидка на двухтактные модели дополнительно получается от стоимости от 5 до 10 тысяч рублей скидка. На четырехтактники от 5 до 15 тысяч рублей скидка. Самые распространенные модели в большом количестве, особенно что касаемо Honda, Yamaha, Suzuki. Также есть кубатурные модели 250 кубов, на них по 20 тысяч рублей скидки. Есть экземпляры в состоянии близко к новому или к идеальному состоянию, и в двухтактнике в том числе. Пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, по запросу пришлю по тем или иным моделям видео ценовой категории, кому-то подешевле, кто-то хочет просто купить в максимально хорошем состоянии, особенно касаемо двухтактников. Такие модельки есть, которые уже достаточно старые, но в состоянии близко к идеальному. Трехколесники в том числе, и двухтактные версии, и четырехтактные версии. И это далеко еще не все. Редкие модели тоже есть, типа Suzuki Dresa длиннобазового 110 и полтинника. Также есть такие модели, как Suzuki Birdie, например, Guru X, Guru Up и многие-многие другие модели, которые редко можно найти в достаточно хорошем состоянии. Поэтому обращайтесь. Для подписчиков нашего канала на YouTube можно воспользоваться частичной оплатой, если покупаете как физлицо, а также мы сделаем деревянную обрешетку для отправки техники в другой регион абсолютно бесплатно. Кто, наверное, знает, в среднем на скутер обрешетка стоит 3000 рублей. Мы ее сделаем абсолютно бесплатно, чтобы дешево обошлась доставка до того или иного региона. Предварительно также считаем доставку, поэтому не стесняйтесь, пишите, звоните, все посчитаем. Я думаю, сейчас покупать как никогда выгодно. Спасибо, что были на нашем канале. Всем всего доброго. Всем пока.